Накануне 9 мая администрация сельского поселения Молоковское организовала мероприятие в рамках всероссийских акций к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Ученики старших классов Молоковской школы собрались у Дома культуры «Буревестник», чтобы принять участие во флешмобе. Они исполнили танцевальные номера под разные песни времен войны. Порядка 150 человек собрались в этот день у местного ДК. Ветеранов, которые пришли на мероприятие, такое внимание очень растрогало. Очень хорошо. В прошлый раз нам тоже понравилось. Хорошо. Только на сердце достает. Далее ветераны и школьники прошли в зал Дома культуры, где их ожидал спектакль «Чтобы жить» в постановке Щелковского драматического театра. В спектакле раскрывалось много моментов о том, как начиналась война, как молодые солдаты уходили на фронт. Дети с большим интересом следили за действом на сцене. Это можно было увидеть на их лицах. Прошедшее мероприятие в Молоковском поселении – лишь часть обширной программы накануне Дня Победы. До 9 мая планируется сделать еще не одно торжество в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 8 у нас митинги будут у памятников воинам, ну а 9 уже крупный праздник, с 6 будет на стадион, митинг, мероприятие с участием ветеранов весь день будут идти. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.